Телеканал КРТ представляє. Більша частина власне верхушки, а не тільки нинішня, а взагалі, да, яка у нас формувалася, яка не сильно змінюється, вона розглядає Україну виключно як територію, откуда вони добувають ресурси. А своє будущее вони зв'язують і життя там, будущее своїх дітей і так далі, з Западом, тому що у них там недвижимость, счета, образование дети получают и все остальное, да, ну, вот наглядные примеры, посмотрите на наших недавних министров, Ерейска та же, да, которая рассказывали, какая она глубоко патриотическая, приехала сюда, отказалась от гражданства США, ну, якобы, повторите, да, революцию сделали. Да, а типа была пару лет, ввела кабальные условия реструктуризации долгов, по которым мы еще десятки лет будем миллиарды выплачивать. Это да? Уже ними, это уже наши дети и внуки будут. И уехала там в Пуэрто-Рико, и оказывается, ничего она от американского гражданства не отказывалась и так далее. Или я про супруг молчу уже, да, которая тут развалила здравоохранение, все, что можно, ликвидировала ту же санэпидемстанцию, систему, которую теперь думают восстанавливать перед коронавирусом. И где Супрун? Нет Супруна, а есть разваленная медицина.